Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1,5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Здорово. Здорово. Здорово, блядь. Здорово, ебать, телефон уронил, блядь. Здорово. Охуительно, только глаза открыл, блядь. Здорово. Реквизитов нет в описании, и похуй. Афиша, да, должна быть завтра. Что значит, буду на только, блядь, глаза открыл нахуй. Шутка про фистинг крюком нет. Здорово. Здорово. Мне не нравится ни Редо, ни Бамблбис. Ну, в том смысле, что я их вообще не слушаю. Мне похуй как-то на них. Как на музыкантов. Как... Я не знаю, почему вы всем пишете, блядь, что вас порадовал призрак коммунизма. Как по мне, блядь, скучный пиздец. Вот. Типа, я хуй знает, может, вы там дохуя любите прям, блядь, копаться в 15 смыслах текстов, блядь. И прям сидеть и, блядь, и обмазываться, хуй знает, блядь, кефиром, блядь, в этот момент. Ну, типа, я не могу сказать, что он худшее, что я там видел, да нет, конечно. Но, блядь, это пиздец, подача, блядь, ударение, я не люблю такое. Ну, Смоки или Мирон, к обоим нормально отношусь, что к Смоки, что к Мирону. Просто у Смоки Мо фан-база меня, наверное, не знает, или знает как-то, блядь, так. А у Оксимирона фан-база пизданутая, блядь. Ну, может, потому что она больше, я не знаю. Вообще, каких-то девочек ебаных, блядь, как они настоебенили мне хуярить комментарии. Ну, вот. А так я к обоим, что к одному, что ко второму нормально отношусь. Что там? Я могу проебывать какие-то комменты, если что там. Вот. Да, запрос на участие в моем прямом эфире. Иди нахуй с запросом, дебил, блядь. Там Кисяку приговор отменили. Ему ж смягчили только, по-моему. Здорово. Ебать, 80 человек в Инстаграме. Где такое было вообще? Вы чё, нахуй? Гнойному, ну, понятно, что я... Не, ну, типа, мне скорее все равно, я понимаю. Там, его моменты... Как бы, блядь, я просто не бомблю, так скажем, с них. Ну, я уже миллиард раз на это отвечал. Здорово, здорово, блядь. Привет.
будешь слушать новый EP Рекев? Нет, я не слушал, если мне память не изменяет, ни одной песни Рекев, и даже, блядь, не собираюсь нахуй этого делать. Как полуфиналы прошли? Заебись. Оба полуфинала, как сказать, достаточно очевидные победы, там, на мой взгляд. И оба финалиста, ну, просто некоторые, может, не знают, кто выиграл, поэтому я так говорю. Ну, типа, чтобы не портить впечатление, там, как будто это важно. Вот, оба финалиста достойны были прохода, и оба со своей стороны, мне кажется, сделали лучше. Один сделал лучше, наверное, батл, второй, один из двух лучших своих батлов. Было пиздатенько. Ну, вот. Да все заебись у меня. Что скажешь по поводу оскорбления в свой адрес на Рик? Ну, понять не имею, ну, типа, о каких оскорблениях ты говоришь, меня там не было. Вот. Как Дип не обиделся за твое судейство? Да нет, блядь, чё он, пиздюк, что ли, долбоёб. Нет, не знаю, Рома. Спасибо, спасибо, стараемся. Будешь сидеть в Росчет или нет? Когда вернется ПМ? Я не знаю, может, ПМ вообще не захочет возвращаться. Мне кажется, ему там все нравится. Я постоянно вижу, как он лайкает твиты голубей. Думаю, блядь, что за хуйня. На Бина Бат хорошо выступил. Блядь, у него был угарный батл. Понятно, что он должен был быть угарным. Вот. Как считаешь, возможно ли перемирение Питера и Краснодара? Так хуй знает, похуй вообще, блядь. Поебать. Завтра афиша Лигуан. Завтра афиша, и завтра, ну, типа, те, кто собирается на мероприятие, там будет лимит билетов, причем не самый большой лимит, поэтому советом в первую неделю отсуетиться. Первые две, может, недели. Ну, это вам же будет как бы лучше. Потому что на входе не факт, что будет. Я не могу делать, блядь, турнир из расчета, какой будет финал, блядь, чуваки. Даже 100 раз это обсуждали, блядь. Было бы, ну, дальше поймете. Как батл с Эймур, я ебу, меня там не было, блядь. Афиша очень крутая, пацаны. Севастьянов, блядь. А, это Келпи, блядь, только что знакомый. Да, я ему рассказывал, какие батлы. Эфир сегодня, ну, наверное, я постараюсь. Или сегодня, или уже завтра начну. Можно будет кого-нибудь писать. Да, онлайн вам надо их покупать будет. Вот. Эволюционируешь, формат не умирает. Да, блядь, я смотрю на... Я не понимаю, типа, нахуй чуваки, блядь, пытаются... Хуй знает. Как-то очень много все стали пуха на себя накидывать. Я так смотрю на всю эту хуйню, думаю, да ёбаный рот. Может, конечно, это, блядь, типа, больше каких-то там просмотров приносит. Я не знаю, блядь, все такие что-то выёбываются, типа, блядь, такие, нахуй, гении, блядь. Какой-то хуйня еще все страдают, бля, я хуй знает. Может, я раньше не замечал, у меня ощущение, что раньше такого не было. Сколько будет стоить билет на Легван? 800 рублей. Но мы в паблике поясним за всю эту хуйню. Как к Никсе относится? Да никак, блядь, не отношусь, как к нему относиться. Гоу в Анапу отдыхать, блядь. Хуй тебя знает, мне кажется, я там охуею. Будет ли Костнер на Лигван? Насколько я знаю, он в армии, я не знаю, как он вообще вернется, понятия не имею. Планируется Дуандру Батлы. Ну, я просто их не поиграл никогда. Вот. Если там когда-то что-то нарисуется, то хуй его знает. Реально РБЛ есть ограничение 18+. Да, ну, оно... А, ну, кстати, это что же будет изменение? Завтра об этом скажу. Измерение, испепеление, блядь. Это оправдание называется еще визуально. Я не только про Versus и, ну, с Кингстона не знаю, у них там такое ощущение, что как-то поадеквате. Хотя,
Наверное, нет, блядь, я просто первый сезон не помню их. Типа, Нарвед на битах тоже, блядь, они там, мы самые там, блядь, лучшие пиздатые. На версии такая хуйня. Даже, блядь, умудрились Лигу Гнойного под за билеты сделать. Это ж вообще, и люди идут, понимаете? Я вообще, блядь, охуеваю, блядь. За билеты, блядь. Я не против, что спали результат, мне все, я, блядь, не бью за эту хуйню по рукам, блядь, сколько говорить. Да, знаком с Мерзким, где? Какой последний фильм смотрю, блядь, не помню уже. Будет ли Planet Батлет, наверное, был на битах, ну, мы, типа, как бы, как угар можно было бы, но мы же тоже не хотим, как бы, в хуйню все. Как бы, блядь, превращать, был на Газгольд или нет? Ну он как МЦ нравится, микс нет, вообще, блядь, нет, ты чё? Какую музыку слушаешь? Да разную, блядь, слушаю. Как думаешь, нужен ли свое сочетание, типа, чтобы пиарить, или, типа... Чё нахуй, вообще, ну, что пизданул? Версию задал Вектор Воевод, в котором, да, поскакивают, не остается. Ну, не знаю, я... Не знаю, кто там задал. Я просто говорю, может, я просто не замечал это. Ну, что-то... Чем больше, короче, делаю хуйню, тем больше выебываются при этом. Вообще не понимаю, зачем, блядь. Вот. Если бы ты не оказался в ситуации, когда говорим, бадлы, что ты делал... Да сложно сказать. Так легко говорить. Так-то хуй его знает. На последней встрече были... Блядь. Были крутые батлы, но как бы мне понравился. Ну, BPM, типа, он угарный, он получился таким, какой он планировался. Он не планировался там с гениальными, блядь, смыслами, подтекстами, это очевидно, блядь. Вот. А я там попрыгнул, как на стриме, блядь. А эти, а полуфиналы, ну, блядь. Двое мне понравились, один неплохо, один, к сожалению, такое. Верс не въебался никогда особо. Ну, значит, вот сейчас они, может, я же говорю, может, я не замечал, может, из этих реалити, блядь. Ларина в лигу, наверное, все-таки не возьму, даже несмотря на просмотры. Вот. К сожалению, наверное, нет. Как рэперы, я его... Ну, типа, если ты блогер, у нас будет батлить один блогер, ну, как бы он должен как-то хотя бы читать, блядь, нормально, если подбитый, да, это дело. Вот. Так что такие дела. Ой, блядь. Все, Мажинь, тебе не умею спросить, чего ты слышишь, говорю, опять у тебя раз за разом задевает. Так где он меня задевает, блядь, где? У нас была ситуация... которую мы решали, блядь. Слава ее знает, я ее знаю, блядь, с ним, наша ситуация. Вся, как бы, блядь, он знает, что как бы, не надо, блядь, просто друг на друга выебываться. Я не слышу, как он на меня выебывался. Одно дело там подъебать как-то, но я его тоже подъебываю там, наверное, я не помню. Вот. На раундах тился, танцевал, да, это охуительно было. Сеймор будет еще на РБЛ, да. Картава футболист, нихуя не понял, что значит картава футболиста. Хрена ты дышишь. Это я рано проснулся, блядь, тебе открою тайну. Антон, почему Кингстон на верс пиздит? Ну, наверное, вот, блядь, тоже я хуй знает, они все друг на друга пиздят. СССР, БПМ всегда пиздят на верс, а им похуй. СССР, прожит твою область, получит твое мнение. Ты, блядь, хуй знает, чуваки. Ну вот, блядь. Так они, наверное, самоутверждаются, не знаю. Кто такой загубный Майк? Души не ебал. Проверь, хуй знает, свой спокойный приемный синдром, они же оскорбленных гимна, аватары, хули. Эх, это всегда было политически, исторически так сложилось. Ну, наверное, я же говорю, может, не замечал просто. Versus RBL будут батлить, да и хуй их знает, блядь. Встретимся по этому вопросу скоро, я думаю. Я не смотрел батл Меди и Сеймура, чё вы, блядь, у меня спрашиваете, нахуй?
наберется ли пятерочка любимых западных баттеров, если ты дату назови. Да нет, сложно именно назвать любимых баттеров, потому что я батку-то на, блядь, без субтитров, мне сложновато смотреть. Ну вот, и прям чтобы такую пятерку, которых я вижу, там прям дохуя батлов. Есть просто выступления скорее какие-то. Люди думают, что залетаю, как за бэшка Антон, то задевание тебя. Ебать, да ладно, серьезно. Долбоебы же, могу сказать. Ну, типа, блядь, кому он нахуй? Чуваки, блядь. Ой, блядь. Мне кажется, все уже наелись батл, 80%, с которых шлепы, что уже тяжело радоваться. Это все вы заебали, такие тоже дохуя скептиков, нытиков, блядь, стало. Потому что дохуя дебилов стало, которые батлы, блядь. Они не кайф от батлов получают. Пытаются, блядь, что-то там скептическим, пидорасовым быть, идите нахуй. Ну, типа, отличайте просто хуйню от нихуйни, и все. Не только на Рэбле есть нихуйня, есть, блядь, и на других там проектах нормальные тоже бат. Вот, ну, это, по крайней мере, вживую, насколько я помню, Браги Динас было прикольно, блядь. Понимаете? И типа, ну вот, блядь, что, смотрите, получайте кайф, ебать. Над пиздатых батлов. Видите, каких-то долбоёбов, не поговорите, блядь, да это полная хуйня, не котируем это, и все. Типа, блядь, а все, да, ну батл уже не эти, да, блядь, ебал в рот, нахуй. Призрак коммунизма будет еще на РБ батл? Я не знаю, блядь, будет он еще батлить или нет. Я, как бы, дорогу ему в следующий раз за такую цену оплачивать не буду, блядь. Ну, в том плане, что он не стрельнул нам в моих глазах. Если бы он стрельнул, то другой разговор. Вот, и такая хуйня. О, блядь, Хач, привет. 13:47, блядь. Который, блядь. Ну ладно, друзья. Лучше вам этого не знать. Позовешь Костнера-то, когда он вернется из армии? Я вообще думаю, что, блядь, насколько я так слышал, может, это я долбоёб или мне напиздели, что Костнер собирался идти в сезон. И Рэбл, блядь. Может, он в третий сезон ебанёт. Но я не знаю, как бы. Я посмотрю, причем я видел один его батл, и типа, блядь, финальный. Мне не понравился вообще их финал. А потом я смотрел какой-то обзор на, блядь, на их сезон. Больше сезон вообще их не смотрел. Тут 2-3 батла посмотрел. И у него были какие-то прикольные моменты. Но, блядь, не могу сказать, что я там ебать, как охуительно. Как тебе игра на гитаре от Браги? Ну, блядь, ну вживую там вот с момента с Оксимироном забавный, на мой взгляд. Но эта хуйня всегда работает. Кричалка типа того. Ну, я имею в виду, если ты довольно-таки хорошее выступление делаешь при этом. Вызвать вверх собату, блядь. Да. Ты думаешь, они просто такие взяли и пошли, блядь. Да Нирка-то где-то спит, блядь. По сути, слово СП на кроссовере не наберет новом бабе, у всех снова давно был уже на кроссовере, он стоит Микмаус, Федоровская, Феха, и друзья. Кроссовер только с РБ возможно. Ничего не понял, что ты сказал, блядь. Сегодня или завтра новый нефть хайп. В конце сезона будет суперфинал, победит финал против короля. Нет. Сколько вышло дорог, блядь, да я не помню уже, нахуй не вспомню. Та-та-та, смотрите, сомбреро. Сколько дорог, призрак стоил. Ну не помню, больше 30-ки. Не помню точно. Точно, что больше 30-ки это было. Наверное, даже, блядь. Больше 40. Я уже не помню, все вместе, не помню. Где же призрак, если вы смогли в Питер пристегнуть? Дело не в том, что Версус не смог. Дело в том, что Версус посчитал это, ну, нецелесообразно для своих расходов. Я как бы, типа, ну, решил дать попробовать чуваку, блядь. Причем он по заявке, мне казалось, что он подает, блядь. Ну, как-то больше как всячество, ну, читает, типа, а он... В гайме то ли переволновался, он как-то подавал, блять, я вообще не люблю просто такую подачу. Типа, если бы это было не на РБЛ, блять, как могли бы все сказать, я бы засал, так мне и так, блять, не понравилось, понимаете? Здорово, сектор. Типа, все думают, что раз на РБЛ, то мне, блять, все должно нравиться. Нет, мне не понравилось. Почему удален стрим с Маккофи и Майлзом? Блять, да потому что там расизм, а пиздец, мне канал въебали бы. Будет ли дип батлить на РБЛ в сезоне, если ты будешь всегда давать пятый голос? Да, к
кстати, да, будет. Привет, кстати, Антох батл за третье место будет. Нет, батл Килсы на бат заебись, но он очень качу. Мне, я спиной не видел, как говорят люди там, пиздец, чуть ли, блядь, не падали с балконов, нахуй, от кача, блядь. Мне это сложно судить, но он был качом какой-то, хуй знает. Волки охуительно. Будет ли батл за третье место? Нет. Почему на Западе батл мужики? У нас тех, кому уже 30 будет, да еще до сих пор батл. Дойдем до Запада в этом плане? Думаю, нет. У нас, в принципе, у людей менталитет другой. Но почему Волки стал таким толстым? Не, ну типа, может, какой-то из вот этих поколений бума, да, останется там через 20 лет в батлах, но типа... Два типа или мужебойся. Так что это за название порнухи гейское? Объясните мне, я не понимаю вообще, блядь, что это хуйня. Дип будет в третьем сезоне Рэббла. Дип всегда будет на Рэббле. Я надеюсь, по крайней мере. По твоему мнению, ПМ заберет ФБ. Ну, я не знаю, блядь, потому что... Я же говорю, я смотрю, вроде и Владька, вроде и родной, блядь, как посмотрю. Как он оголубяется, блядь, думаю, ебаный в рот. Как вот... И главное, ему такое ощущение, что это, понимаете, блядь, ПМ, не обижайся, конечно, мне ПМ сидел на... Он, наверное, в трансляции эту хуйню вам говорил, кто смотрит его эфиры стопудово, ну, типа, вряд ли он там перебывается. Он мне говорит, что МакКофи пиздато сделал с Майлзом, круто, типа, не прям там супер пиздато, но, типа, круто. Блять, вот как это объяснить нахуй не тем, что он не огубляется, блядь. Ну вот как, я не понимаю, блядь. Понимаете? Вот хуй знает. Будут батлы или главный код 2 раза в неделю? Нет, 1 раз в неделю будет. Самый лучший панчер, он сижу вообще. Помню, блядь, со вчерашнего. Не, ну какие-то я панчи помню, блядь. У Сотникова точно помню, Керамбита помню. А подбитый, блядь, Царят, я не помню. А кто заберет сезон, мне вообще у них поебать. Типа, я такие сезоны не воспринимаю, как какая-то победа одного человека, блядь. Там их победа это сложно назвать. Ну, просто смотрим шоу, как бы. Два типа, дуэт с Калуки рвать на битах. Охуительно оригинальное название, пиздец. Еще он говорил, что МакКофи хорошо рифмует, тайту его, или как правильно написал. Ну, вот, блядь. Мне кажется, ПМ особо не по кайфу там сидеть птичкой в клетке. А мне кажется, что он привыкает. Вот в чем проблема. Я, конечно, в любом случае, там, типа, к нему нормально отношусь, потому что это мой кореш. Но чисто вот, как сказать, блядь. Ну вот, блядь, пиздец, короче, нахуй. Это неизбежная хуйня, раз он там... Ну просто, блядь, когда я от него слышу, что МакКофи сделал неплохо, там, блядь... В принципе, ну как-то он же там тусует, типа, блядь, хуй его знает. Браги, да, кстати, не батл машины, он за последние, блядь, наверное, батлов 5, так на вскидку он сделал первый, наконец-то, хороший батл вживую, ну такой, как бы, блядь, смешной достаточно, да, вот, так что так. На ФБ сплошное лицемерие. Я не, в том-то и проблема, я не думаю, что ПМ мне лицемерит. Ну, типа, нахуй ему мне лицемерить на кухне. Типа, он реально считает, что МакКона сделал, блядь, прикольно с Майлзом. А... Ну, вот, блядь, вот что мне нахуй? Как на это реагировать, блядь, понимаете? Потом ПМ вообще, я говорю, он, блядь, пройдет еще 3 месяца, он скажет, да в рот ебать вообще этот РБЛ, блядь, на версии лучшие батлы в России, блядь, и все нахуй. И до свидания, блядь. Такое может быть. Да, всяческого или диктатора. Всячески странно, как он сначала хотел, потом, блядь, что-то резко перехотел. Хуй его знает, я не понимаю, что у него в голове, блядь. Вот. Майлз раскрыл свой потенциал. Блядь, о каком потенциале Майлз говорится? Я не понимаю, почему его все время как ящик Пандоры преподносят, блядь. Я хуй его знает. Что там за, блядь? Нахуй потенциал. Ну, в нем есть какие-то положительные качества. Я говорил в этом эфире, блядь. Ну, чем они, блядь? Голкивый топ вообще сейчас не нравится, как он батлит. Ну, типа, он не батлит сейчас, он просто угорает. Ну, типа, это его там дело, но я это просто батл рэпом не считаю. Ну, а музыку я такую не слушаю. Я, кстати, блядь, где-то какой-то трек слышал, вообще какой-то кусочек
от, блядь, как его нахуй, от ноунейма, ебать, такой прикольный кусочек, блядь, не могу трек нахуй найти. Когда эфир? Ну, сегодня, завтра, наверное, сегодня или завтра. Антон, скажи честно, браки пизда сделал, по-моему, это было лажа, честно. Ну, там есть вероятность, что, блядь, это был эффект вживую, эффект присутствия там в зале, бла-бла-бла, что с него смеялись. Он не был там каким-то фейспалмом, как Микси, насколько помню, что там ржала только одна половина, да, там вроде как все смеялись его выступления. Может быть, это сказалось, я ж не могу тоже, я ж нахуй не железный, что все такие, блядь, скандирует, ликует. Ну, у него были какие-то смешные, это точно. Ну вот. А как там уже по видосу, я хуй знает. Но опять-таки, это, блядь, за счет еще этих короткости раундов. Это так, у меня вот 11-е, я помню, что мне вживую понравились. Там были, ну, типа, прикольные. Правда, там было как бы не в браге, блядь. Но это хуй с ним. Типа, первые два раунда, блядь. Я на видео сейчас не смотрел. Хуй его знает, как там оно, понимаешь? Ну, там были и серии, блядь, какие-то панчи, блядь, там, про цапли, допустим, которые, ну, переделка Хайда, ну, поугарали. Ну, типа, я просто не отношусь серьезно, там, вот, как к батлам, к этому, ко всему, блядь, понимаете? Потому что там батл рэпа маловато, блядь. Ну, вот, поэтому я так, ну, могу постоять поугарать, блядь, и такая хуйня. Вот. И там, конечно, Владос пиздато сидит там без конкуренции, одевает периодически гнездо хули. Ну да, чё, баблишка, хуишка. Браги с пса. А, ну с псами не смотрел, сорян. Это неизбежно хуйня при попадании версии Антох, по версии на другом никак. Он вдруг фонарей 4.0, был мой кофе классный. Лишь 3 в одном, тара-та-та. Версия Максима шуточка, да. Эфиры будут снимать компьютер, зачем ограничения в проходках на батл, в антике тесно становится. Ну, мы чуть-чуть поднимаем цену, да, я просто понимаю, я знаю, ну, как бы афишу на Легван, которая завтра выйдет, и знаю мейн-эвент на финал, которые будут почти все уже утвердили, да, насколько я понимаю. И, да, хотя там можно один просто, знаете, я понимаю, что там мы не вместе у всех. Как бы, ну, банально, да, как я могу, блядь, люди придут и скажут, иди нахуй. Вот. Потому что в конце бета Браги было написано, что вот это пьем слишком хуйня, но только как полуфинал пошел, заебись все. Почему Смоки Мо заебал всех с потенциалом? Ну, я не знаю, потому что ему хочется в это верить, наверное. И нас хорош, как по мне, и в этом бате с Браги начинает раскрываться. Надеюсь, Пима вынесут на ФБ, он вернется на РБ, всех разъебет. Хуй его знает, ему же предложат в основе батла, я так думаю. Типа, им нет смысла его отпускать. Вот как уже себя поведет ПМ, типа, отбатывает на ФБ и вернется к нам, или будет и там, или останется там, это уже вопрос. У ноунейма жить за трек, а мовцовские треки нет, не слышал. Если у ФБ 4 забрать ветеранство, останутся богатырки, какая лучше батл площадка в России, как место ПМК, ну, по тебе, наверное, так. За Б свози Владика в Дымикс на лимузине, пусть все придет. Верс с каждым разом все лучше, РБЛ хуже, все нормально вылетели, мы из ДИП осталось одно говно, говорит Нурван. А, я помню, блядь, тебя, это ж ты, блядь, странный был, который за казахов мне что-то втирал, блядь. Да, блядь, все повылетали, и, блядь, батл больше не будет, нахуй. Хуительно. Будет еще быть Барс на РБЛ, да, кстати, скоро будет вообще новый формат, завтра узнаете об этом. Как относится к молодому? Да никак, похуй, странная нация. Микси чересчур переоценен, тут же Майлз лучше, очевидно. Антон видел молодого, пиздец, говорит, нет, не смотрел еще. Псайс Ван будет на Легван, нет. Антон, чем завидуешь Верс? Блять, просто... Почему ты думаешь, что я... Почему вы все вот какие-то вот люди мне пишут, что я завидуюсь? Да мне нехуй, блядь, завидовать. У меня не самый, блядь, там, я не знаю, не голодаю, блядь. У меня не самые там, плохие занятия в жизни, блядь. Хуй, ну, чему я завидую? Просто объясните, чему? Чему? Блядь, вы можете объяснить, долбоёбы, блядь? Как тебе кричащий голубь Микси, смешно. На последнем батле спалили результаты, я знаю. Мовца, ладошка жива, надеюсь. Пиши про Гринку. Чё, блядь, так, Антон Плейндед будет на мэне. Да, про Пачуку ничего не ясно. Мовец, ну, мне последний... Ну, короче, все батлы на Мовца на РБЛ, кроме вот этого вот сына проститутки, вот этой вот темы, мне нравятся. А до этого мне нравился его батл с Картавом и то, что я видел, и не нравился с Ножиком.
Возьмешь, наверное, Беллу, считаешь, летаю халтуршком, стрижкой. Ну, типа, блядь, он не батл рэпер, как мне кажется. Мне так нравится, что Окса оправдывает хуёво тайного голосования тем, что любая система не идеальна. Блядь, раз есть возможность сделать эпичек в турнире, в чем же проблема? Так они, и это тайное голосование, типа, они не должны влиять друг на друга. Да, блядь, с хуя вообще не думают, что это хуйня. Типа, у меня такое ощущение, что Версус обвиняли в этом, вот, блядь, что они там пиздец. Ну, типа, я как вижу, там, вот, что Рикев предвзят и перетягивает Микси за уши, хоть он тайно делает, хоть не тайно, нихуя ни на что не влияет, блядь. Я не понимаю просто этой логики. Пизда-то полуфинал пришел. Не, вот, бля, вроде ответил там на все, пробежался, блядь. Кого из участников АБ4 ты взял бы на РБЛ? Пем, Браги, Дед, Бови с натяжкой. Кто там еще, нахуй, я не помню уже. Арсений Бат, да, я знаю, блядь, 200 одинаковых комментариев. Да, да, смотрел. Нет. В ближайшее время точно нет. Сука. На Bad Deals мы писали расписание в паблик. Знаете, какая гайка красивая, пацаны. Видели? А? Красота ж нахуй. А у нас что на это? А, у нас сектор Ойгил на этой неделе. Охуенно, блядь. Пиздатый батл выйдет. Забэ, ты по идее норм мужик. Но есть в тебе такие качества, почему ты всегда всех троллишь? Хоть раз бы похвалил. Видел только где-то хватили стирепса и сейбера, просто с ним на общаюсь. Ну, посмотри, значит, блядь, другие стримы. Хуй знает. Райтрауном не позовешь больше на рэп. Или не думаешь, что он сам захочет батлить. Он вроде как говорит, что вообще батлить не хочет. Вот, по поводу того, что сам со всех троллишь, рофлишь. Блять, да, я должен сидеть нахуй и серьезно смотреть какую-то хуйню. Ну делают, когда нормально. Говорит, что нормально, блядь. Я пацан, кажется, молодец. Собирается новое на тебе. Ты на ФБ, когда судьи голоса отдают, у Хайда такое лицо, будто он там держит. Я не ебу, почему тебя кинул в черный список, блядь. Чё ты думаешь, ты единственный? То можно тебя в ВК на аватарку поставить, можно. Хотя не надо. Рокшн, гэнти, ты. Я тебя поздравляю. Сегодня будет стрим, ничего не поменялось. Ну хуй знает, что надо поблять. Дела поехать поделать. Сейчас флешкой отвести, скинуть исходники, блядь. Всю такую хуйню сделать. Вот. Потому что Сойер, блядь, уебал куда-то этим, некому заниматься. Так что такая хуйня, пацаны. Я не знаю, тут через час она сама обрубится, блядь, или самому нахуй отрубить эту хуйню. Да сказался, стрим сегодня или завтра. Я тоже хочу посмотреть, там, что там она выходила-то, блядь. Просто я после мероприятия так заебан. Вот. Дима Шум охуенный медвежонок, чтобы вы понимали. Про Диму Шума. Как бы, блядь, я ему как пожелал удачи, нахуй, как он пошел, выиграл сезон. Дима Шум, медвежонок. Будете ли менять превью или оставите по классике? Та-та-та. Так, ты планировал запустить шоу? Я просто не успеваю, сорян. Пока что точно не успеваю. Не хочешь вернуть дипломовца, реально за кем сейчас следить на РБЛ? Ой, блядь, остался один, два полуфинала выйдут и финал. И помимо этого есть еще батлы, что нахуй с вами не так? Вы что, блядь, больные?
Если, блядь, им овец, нахуй, и дип будут, блядь, на всех следующих афишах. Что с вами не так? Что с твоей головой? Вот что, блядь, с теми, кто говорит, ну всех слили, смотреть неинтересно. Вы же будете, блядь, смотреть эти мейн-ивенты, нахуй. Вы же будете их смотреть. Че вы хуйню эту пишете мне каждый, блядь, раз? Что, сука, в голове у вас, я не понимаю. У меня такое ощущение, что, блядь, одна треть аудитории, которая смотрит Battle Rap, она вообще вот просто не образует. Я не знаю, блядь, откуда у вас, сука, YouTube. Блядь, пиздец какой-то. Давай БТБ посмотрим. Да, блядь, я что-то как проебался с их просмотром. Back to Beat это вот, блядь, я хуй знает, это вот самый такой прям... Пиздейшн, блядь, это вот, вот украинские батлы и Back to Beat, они вот наравне, блядь, стоят. Практически. Блядь, нахуй. Долго стрим идет, хуй знает, понять не имею. Чё, всё, зависло, нахуй, наконец-то, блядь, походу. Зависло, блядь. А ну-ка, ебать, чатик, зависло всё. Заебись, блядь. Походу, блядь. Нурлан, блядь, 07-07-08, блядь, своим гениальным вопросом уебал эфир, блядь. Окончательно. Все, давайте, погнал дела делать, пацаны, пока.